Сегодня у нас особенный день. Сегодня день присяги личного состава бригады. К сожалению, не все смогли на нем присутствовать. На боевых позициях остается еще половина наших братьев. К сожалению, потери без боев, вернее, бои без потерь не остались. И наша задача дойти до конца и за каждого из наших потерянных братьев отомстить противнику. За каждого гражданского убитого отомстить противнику. И только такая победа нас может устраивать. Никаких переговоров и сдач позиций. Только окончательная победа над узурпаторами и врагами народа. Только так и не иначе. Зачитки присяги ТОВС. СМС укропом. Спасибо укропам. Они, как обычно, удачно продолжают вооружать армию ДНР. Большое им спасибо за это. Здесь небольшой мелкий ремонт, и эта машинка скоро поедет работать дальше. А так, в целом машина целая. Большое им еще раз спасибо.